Добрый день, дорогие друзья. Техцентр «Автопилот» снова приветствует вас. У нас сегодня в ремзоне Ford Focus 2010 года выпуска с бензиновым двигателем 1,6 литра, четырехступенчатой коробкой передач. Пробег на автомобиле 140 тысяч километров. Клиент обратился к нам в технический центр диагностировать ходовую часть автомобиля, но также поменять расходные материалы, масло и фильтра. Мы выполнили диагностику, и по результатам которой сейчас производим большой ремонт задней подвески. Меняем все рычаги на задней подвеске. На старых рычагах есть повреждения сайлентблоков, они уже начинают отслаиваться от своих мест. Ну а также еще сайлентблоки меняем продольных рычагов. Ну и на передних рычагах тоже была проведена замена шаровых опор. Большой достаточно объем работ, и по времени он займет 16,5 часов. Сумма ремонта составит 18 210 рублей. Мы несем полную материальную ответственность за все рекомендации и произведенные нами работы. Если у вас возникают какие-нибудь вопросы по ремонту и обслуживанию автомобиля, звоните. Мы всегда на связи, готовы вам помочь. Гарантия на наши работы 2-4 месяца. Спасибо за внимание. Удачи на дороге!